Всем привет! Сегодня случайно обнаружил стоящий одиноко на улице очень интересный автомобиль, ну и не удержался, снял его, дабы показать вам, потому что куча вопросов на самом деле. Это Nissan Laurel. Мало того, что это редкий автомобиль для Москвы, но он еще и с левым рулем, это меня очень сильно заинтересовало. Ну, здесь возник ряд вопросов. Прежде всего, что он делает в Москве? Ну, вот вы видите, госномера у него. Судя по региону, это Архангельск. Интересно то, что рядом еще стоит Toyota Corina E. Ну, еще я по соседству обнаружил Прадик в первом кузове. На самом деле для Москвы такой набор достаточно интересный. Но прежде всего хотел бы показать, насколько все-таки хорошо раньше делали автомобили. Вот видите, в хром в каком состоянии. Повторители поворотов на саморезиках тоже классно, мне это нравится. Ну, в общем, прикольный автомобиль. Никогда не снимал просто автомобили на улице, но тут не удержался, потому что автомобиль действительно достаточно редкий, на мой взгляд. Ну и вопрос, собственно, к тем людям, кто разбирается, какие были моторы на вот таких лаурелях именно с левым рулем. Я посмотрел в интернете, посмотрел в Автору, в Авито. Интересные варианты были с 2.8 мотором, с левым рулем, причем машин практически нету, и стоят они до 200 тысяч рублей. В принципе, здесь мы видим очень неплохо сохранившийся экземпляр. Я думаю, что если потратить 1100 рублей, то его можно вообще привести в очень хороший такой оптический вид. Но я думаю, что уже и эта классика, несмотря на то, что она японская, тоже вот-вот уже будет в ходу. Она может быть уже в ходу. Я просто ввиду того, что занимаюсь итальянским автопромом и любитель еще плюсом ко всему, любитель старых автомобилей, ну в большинстве своем немецких. Немножко далек от этой темы, но вот кто в теме, напишите вообще ценность вот этих вот автомобилей есть какая-нибудь или нет. Но вот резина на нем очень странная. Я всегда думал, что белорусский шинный завод — это что-то осталось в прошлом. В общем, здесь стоит как раз именно белорусская резина. Но я так понимаю, что во всяком случае по виду резина она в достаточно бодром состоянии. Я ошибаюсь по поводу работоспособности белорусского шинного завода, и он вовсю работает. Сзади прикольные колонки, как попадаются на отечественной классике, я думаю, до сих пор. Но и меня очень сильно порадовал и заинтересовал тот момент. Во-первых, стекла без рамок. Несмотря на то, что в свое время немцы, когда бы сделали CLS, они презентовали это как, собственно, новинку, да. Но вот этот автомобиль гораздо старше, и здесь уже на седане стекла, собственно говоря, без рамок. И вот эта вот опция типа ветровика, наверное, так он называется правильно, стоит тоже оригинальная, именно что там написано Nissan. Я так понимаю, что это оригинальный аксессуар. Салон, смотрите, какой прикольный, такой настоящий классический велюр. Больше, конечно, похож на плюш, но я думаю, плюш такого нету названия, да, в природе. Это просто хороший такой качественный старый велюр, толстый. Судя по положению ручного тормоза стояночного, я так понимаю, что руль, скорее всего, был переделан. В общем, интересный во всех отношениях автомобиль. Видите, на улицах периодически какие-то вещи в Москве вот именно такие попадаются по сей день. Но вот эти вот все фонарики, именно то, что присуще для японских автомобилей той поры, очень прикольно смотрится. Я думаю, что если на этот автомобиль поставить какие-нибудь аутентичные красивые диски литые, наверняка они все-таки были уже в то время, то будет вообще классно смотреться. И обратите внимание, кузов вполне себе в реально хорошем состоянии. Ну, конечно же, время и московские реагенты берут свое, но тут не все потеряно, далеко не все. Ну и, кстати, вот вопрос, медалист — это что такое? Это название комплектации, да, насколько я понимаю. Как бы сразу извинился, я не совсем в теме, но, в общем, куча вопросов. Кто знает, пишите, обсудим вообще, сколько такие автомобили стоят, бывают ли они с левым рулем. Ну, может, у кого-то есть на руках, может, кто-то продает. Ну, на этом пока все.